Давай просто взглянем уже, да? Хорошо. Вдруг пройдем. Вот против мелких вот эти вот огнеметы, они так себе. Во-первых, пули. А во-вторых? Во-вторых, он не бьет. Смотри, что новое добавили. Танчик, карты. Да-да, карты. Карта, да, мы же захватили. Еще новые вещи. Которые... Да... О, с лазерами. Хорош. Хорош. Ого. Что за космический корабль? Что такое? Это я. Давай, играй. А, тут. И накидали за шиворот. Ну, видишь, не достает его. Плюсы. Он быстро жарит просто вот так все. Хорошо. Это а минус, что он не достает. Ну вот и все, да смотри, я просто никуда. А, тройной. Зажарю. Тройной огонь. Что, я не тройной? А? Может, тройной дамаг? Урон? Пока прёт нас. Уху! Сосиски. Ля бэби врезается. Давайте стрельните в себя. Это будет смешно. Смотри, как я могу дрифтить. Хоб. Так, а ну что интересного здесь продают, раз у нас уровень так на ура прошелся, ну-ка. Так. Так все, это уже самое. Все то же самое, ну я огнемет хочу. Огнемет и это у меня таранить, когда не прижимается. Ничего себе, у тебя каток. Все? Да. А, у меня еще есть. Ты можешь машину взять себе. О, прикольно, то же самое осталось. Тоже нормально. Почему бы нет? Давай тогда еще газанем. Газку-то? Газку сейчас поддадим. О, какое но! Все, ох, да красиво было. Крах разъяб. Я вот это какая-то. Это пылесос. О! Где детский? Ха-ха!
Смотри, как будто у меня типа грузовик крутой. Да. Мне кажется, зубастый здесь он не в плане босса или выступать. Мне кажется, если ты включил игру по каким-то этим, то там отучился, на паузу не поставил. Просто он таким способом тебя перемелит. Да, пап, я не могу. Что там, Стив покрутил и все. Вот, видишь, то есть ты не моешь, и он не едет. То есть, и он тогда просто как бы сбросит игру. Вот так. Кто там в джакузи? Реально, все там кто-то сидит. Мужик! Голый! Не знаю, я голый или нет. Он бомбы еще кидает! Ах ты! Да, вон еще один мужик. А вот ты где ты еще мужика увидел? Вот он. Тебе снится только один мужик. Пылесосы мне снятся, когда убирать надо. Вот это мне снится. Ты... Встань. О, вот это мне снится. В какой? В котором? Папа, помоги. Ты можешь подъехать назад? Вот. Ай, молодец. Я не могу в руках остановиться, правда. Я тебе сейчас. Где в жизни? Ну чё, мы крутые мужики? Да, мы крутые. Мужики катаются! Это мужики вдвоём какие-то. Может, они... На каком-то круге утёнка. Потолок. Типа, бэйби, ещё тут. О, старый знакомый. Я не попадаю. Так, ты сюда. Проиграем рядом. Сот монет. Серьезно? Да. Как-то, пап, а что за меня кинуть, типа, я впереди еду? У меня же быстрее твоя мужчина. Как-то так забыл. Что пора стянуть игроку. Шаг. Я подумал. А, тут я ехал, я тут там. А ну сейчас проверим, 600 очков дали, нет? Монет. Так. Так, гараж. Чего тут сколько? Мне не дали, я же говорил. Дай, обманули. Может, мне дали? Да, я что-то качку. Сколько у меня монет? 600. Ого, 2500, наверное, пулемет. Да, я. Что, тебе тоже не дали 600? Я, кажется, к другому качну. Ты можешь просто дальше усиливать просто то, что ты набрал. Вот что это, урон в секунду дробит сильнее, ну вот и все. Еще больше дробит.
Короче, у меня крутой багги. Ну-ка, мы сейчас потянем. Давай. Я уже подзабыл, как тут играть. Здорово. Который ты прокачивал, он теперь самый твой любимый в игре. Ну, наверное, да, не самый любимый. А, опять этот босс. Огнемет второго уровня. У меня тоже. Буду качать его до третьего. У меня тоже. Химик, я сам развалил. Да я не успел. Поздравляем его. Поздравляем его, что ты его развалил. О, да. Ну а у меня все. Это нам вы... О, вот это огнеметище прям. Огнемет. Тройной прям. Слушай, где я? А где я? Вон ты синий, где ты? А, я просто. А парни, как всегда. Эй, я назад еду! Машиной назад еду, Ника. Прикинь. Все, вот, а, ну с этим как-то мы воевали. Ты вернее победил. Ну да, я как-то. Да. А! Пап! Он даже не босс получился. Пап, дай мне немножко хп. Все, спасибо. Да у тебя и так хватало. Я не удивлюсь, если бы опять будет. Спасибо мне, разраб, за хп. Жги давай. Всех их жги, всех кого видишь. О, какой-то с лазерной пушкой тут есть. Это давно уже. Пап, я чуть не умер. Ты не езжай там впритык. Все будет хорошо. Это умру. То ты проиграешь этот уровень, мне придется его самому это проходить. О, химика, жги химика. Как я тебя сожгу? Это я не умру. Так, молча. Я вот сжёг. Ещё прикинь, сейчас будем, мы полетим. Да, полетим. Едем в каком-то подземелье. Куда тут полетим? Что, вот этот мелкий прилип ко мне, слушай. Всё, я уничтожу. Химика, давай, иди. А что ты с таким хорошим огнеметом прокачанным, а не так себе? Да я еще тут шипастый. Еще и шипастый. Так, сейчас, наверное, будут мужики джакузи. Где мужики? А, как в предыдущем уровне. Да, может. Там за мной супер грузовик едет. Беги. Где грузовик? Никто не едет. Сзади едет босс. Не видел босса. Грузовик сзади едет. Зубастый, что ли? Да. Серьезно? Нам быстрее надо ехать. Да ладно. Блин. Пап, помоги, он за мной. Я его не видел еще. Я еще не. Когда ты успел его увидеть? Он химика жги. Че, у меня шут. Нет, еще не очень. Смотри, я умею. Смотри, как я умею. Сейчас будем. Типа. Пап, давай. Давай с разгона. Давай прыгнем. Понятно, прыгнули с разгона. Форсаж. Форсаж. Форсаж надо делать. Синхронно. А не азу кто. Какое-то окно. Я уже не помню, что там в окно надо прыгать. Какой, ой! Вот, это прикольно. Пап, я поехал, до свидания. Во! Тут они ездили, прикольно. Во, мужики! Мужики в бане, в сауне, в чем они там? В круге. В круге утином, или что там они? Пап, я не могу развернуться. Шутка. Шутка, я так и понял, что ты боком можешь ехать. Смотри, как. Задней частью. Давай, давай, жги вот эти утюги какие-то. Какие утюги? Это? А кто это? Лазерные какие-то. Как утюги. Вон, глянь, током ударил. Жги. Не надо ехать вперед. Надо пропускать. О, химик. Химик, здорово, как дела? Чё, очкастый фагон? Ну, понятно, опять. Пап, я всё из-за тебя. Пап, давай назад. Прыгай. Два назад. Давай, раз, два, три, поехали. А мы продуем в одном месте. А там еще ехать и ехать, кстати. Нет, там еще мало.
вот сейчас будет. Все, приехал. В смысле? А, все! Фу! Отлично! Мне что-то показалось, мне только на втором чекпоинте. Так, гараж, сейчас я куплю себе что-то. Я тоже. Что я себе могу купить? Я буду честно копить... На огнемет. На огнемет. Давай я что-то куплю. Давай ты что-нибудь купишь. Можно ты. А, он у тебя не прокачан. В смысле? Ну, у тебя одна звездочка, видишь, на огнемете. А, да. Во! Что это? А чё? Давление какое-то. Ну, давай попробуем. По-моему, это летать. Либо она мне не понравится, я продам. Потом разберемся. Так, следующий у нас. Какой-то у нас уже... 14-15. 14. А. Так ты покупал у него давно уже. Да, он еще показал, что круче гораздо. Это карта смотрится. Вот это, по-моему, один опять какой-то зал. Так... В замке. Зачем ты? Ух! Пап, что тебя сейчас не распилило? Не распилило, не распилило. Какой-то водовоз поехал сейчас. Ну, боже, Ваня! Смотри, нагреваться! Да, да, да. Нагреваться, Ваня! Водовоз, они вон золотые какие-то. Они, походу, сгорели. Они сейчас будут вот оранжевые. Сигара. Походу, они, они стали коричневыми. О, это кто? А, это был уже. Все, я победил. Поздравляю. Я же думал, что босс какой-то, мини-босс. Уже подумал? Приготовился, а тут еще до босса ехать и ехать. Пап, смотри, сколько. Как я быстро еду. Что, если у тебя три подставки? Так это давно. Не обращал внимания. Вон там мужика. Меня. Вернись, как я. Вот и все. Я тоже себе выйду. Тебе уже выйдет сегодня потом, что у тебя. Посмотри, как я могу. А для кого бы ты. Вот это вот, если бы тебя зажарил. Я развернулся. Да фаф, попусти. Но! Разлетелся. Я пожертвовал своими хп. Так хп у нас одинаково. Нет. Не будем идти. Не, не будем. Пулю еще ворачивайся, и будет у тебя много хп. Вот. Этих лазерных товарищей. Да пап, че ты, я не могу! Да отойдите! Короче, без меня есть. Дай хп мне. Все, спасибо. Все, хп сейчас, мне у самого хп надо доехать. Не бежать тебе... где-то впереди вот там. А ехать спокойно. Надо вот так прямо ехать. Еще половина. Половина, а жизнь еще-то уже не густо. Я туда залез на стену. Наверное. Да, вот такое здесь тоже бывает. Смотри, я чувствительный. Жизнь на деревне. Я пожертвовал жизнь. Чтобы его поменять. Спокойно. Где смысл? Где смысл? Хоп, дайте. Тут. Дайте, у меня больше забра хп. Больше, но у нас же поровну, мы же вдвоем едем. Вдвоем ехать. И ехать? Да. Да еще мало. Говорю тебе точно. И вам, мужики, в бане. Наша точка движется. Какая точка? Мужик в бане? Мужик в бане. Нифига себе, мужик в бане. Пап, смотри, как могу. А, все, без меня едь. Мужик в бане уже в твоем лице отъелся. Отъелся? А
Отъездился, отъездился. Тебе лишь бы отъездился. Ого! Папа, что это такое? Чё? Да не... А, у меня турбы нет. Все, я понял, ребята. Я понял, мы тут про... Два раза проиграл, и у меня нет жизни. Нет турбо. Дайте жизни немного. Видишь, как одному сложно. Говорят, береги жизнь. Я вот берег. Собаки. Фух! О, доехали. Спасибо тебе, что жив был. Фу, вытянул катку, пока кто-то дурака валял. Вот так вот пришлось на себе вытягивать. Так, сколько мне выдали там? Я тоже тебе что-то посмотрю. Ничего себе, там молотилка. Мне чуть не замолотило. А нет, еще много мне еще собирать. Еще почти 1500 золота. Короче, это ничего не делает вообще. Ну, продай огнемет, прокачай или выберешь ему другое. Это что? Ну, читай, что такое на уровне. Это к защите корпуса. Хочешь, прокачай наоборот. Это назад? Что назад? Ну, я не знаю, где ее поставили. Вон сзади, да. Во! Вот, прокачай. А покажи, как у тебя. У меня нету такого ничего, я же не качаю корпус. Вот у меня, вон стоит какая-то. Нет. Тоже только с одной звездой. Чуть впереди бы. А у меня вторая звезда. Ну ты более сильнее прокачал. Ну я, может, когда перед боссом что-нибудь посмотрим. Покачал. Давай, сейчас полетим. Все, понятно. Да пап! Не выпьем. Ты зачем поджег вот эти бочки? Теперь в центре бросает. А! Пап, меня занесло, извини. Хотя это мелочи. Слышь, мелочи. Поехали. Да, едем. Эти-то малышня. Может, малышня если... Я перепрыгнул. Может, тебе ХП дать? ХП не надо, это тебе надо ХП. Спасибо. Я-то успел чуть-чуть. Азем, отойди. Вон там тачка. А вдруг опять этот мост будет? Может быть, значит будем газовать. Сейчас бы кто-нибудь жарил бы. Я жарю все. Вот, сейчас. Короче, я буду как ты ехать. Че, как я ехать? Все, бочка приедется. Ой-ой-ой. Пам! Откуда эти бочки взялись? Ай! Пап, сейчас ты... Ты за мной перекрылся! Ну ты разминировал с собой, я поехал. Ой, зачем? Сколько бочек здесь. Это ты меня благодарил только жизнями? Что тебе жить? Аккуратненько, подожди, давай соберем. Вон, и тебе надавали мне. Все. Чуть полегче. Сейчас дам тебе ХП, чтобы не было надо пол. Мне ХП. Я еду правильно? Так, бочки аккуратнее. Да, блин, у меня сзади ехала машина. Одна, по-моему. Уничтожил. Сейчас... Ну что ты делал? Там бочки падают. О, мост прям падает. Да как? Ты не могла же. Все, короче, спасибо. А что спасибо? Играть надо, спасибо. Что твоего спасибо? Надо... Противников убивай. Спасибо, у него. Ну теперь спасибо. О, чикачка. Мы убили 1000. 1000 убили. Да. Поздравляем! С днем рождения! Шутка? Рождение у кого? Я не спасибо, они не рождения. Да, вроде у тебя, подожди, аккуратно. Там бочки были, я остановился. Сейчас посмотрю. На спору. Поехали, аккуратно. Поехали. Ничего.
все чекпоинты. Ура! Давайте мне все хп. Поровну здесь, по-моему, дают. Играй хорошо. О, мужик в бане был. Мне кажется, какой-то супер. Солярий ехал, по-моему. Солярий это что? Машина такая? Радиация искусственный закат получила. На море лежат. А лампа. Типа машина как? Ну, все это машина в какой-то степени. Да. А что он моет пол? Так, тут лава, би. Тут, короче, сейчас могут быть бочки, так что аккуратно. Да, вон там какой-то пылесос такой едет, который вот эти все бочки, кстати, я заметил, расталкивает не первый раз. Специально бросает ночь. А что он бросает? Бочки. Жарит всех на ночь. Ой-ой-ой-ой. Ой. Минированная, типа тут кто-то заминировал. Минированная. Это вода, наверное, заминированная. Да. О, доехал. Я доехал. Слава богу. Фу. Так, я не буду ничего брать. Хочешь? Я тоже. Не хочешь? Я хочу. Чего? Хочу собирать. О-о-о-о. Так ты можешь прокачать уже в минуту. Не могу я прокачать, он 2500 стоит. А ты вот можешь докачать свою заднюю. Какую так, заднюю? А, вот это? Да, сколько надо? А, 800 у тебя. Давай, я буду... Не вот хватает. Это. Пока с такой будешь? Да. Ну, их зажми. Все нужно. Я Б нажал. Что-то мне не нравится, это какая-то такая. Фу. Толя! Та-ра! Это чего, наверное? На глаз крути. Что это? Землеройка. Это в самом низу. Это... Спа поставить. Спа это что? Ну, это тоже понятно. Это ядро земли. Папа, я знаю, что... То есть он хочет уничтожить, я так понимаю, планету. Все. То есть он какой-то промышленник. Воду забрал, еще что-то забрал. Поехали. Ой, могу ломать здесь. Шутка. Я тебя просто мне проверить. Кажется, мне кажется, тут какой-то босс. А мне кажется, вот этот мост убийца. Вот этот крот. А, мост или убийца? Мост убийца. Достаньте от меня. Вот это, скорее всего. То, что он машину показал, центр, с ней придется драться. В конце? Ну, может, даже в этом уровне. Смотри. Это я зачем машину? Когда нам надо драться. Вот, не люблю химики. Да, ну это зеленая полоска там. Вдруг взорвется. Что-то. Взорвется, они как травят, по-моему, стреляют. Нет, они еще хп. Чего? Что за супер ракеты забирают?
поставить. Блин, сигары крепенькие, давай, таранила. Мужичка? Катки, я не знаю. Мужичок шел. Все, хп давайте. Хп. Ты что тебе? У тебя... Все, спасибо. У меня чек в машине. А, всё. Руки в бане. Бане лежат. Мужики в бане. Я умею так. Смотри. Да, все. Поздравляй меня. Еще поздравляю, молодец, ты его сразу заводил. Потому что я первый ехал. Блин, ты к нему прижался, больного была, тогда я еще ехал. И убивал его. Да, и он тогда меня загасил. Пытался бы. Поворачивался за большого с награды. Жди его, красавчик. О, у нас поехали быстрее, пока у нас такое оружие всех. Чтобы ехать как бессмертные? Это ракета сосиска в тесте. Вот этого давай, давай сразу. На, о, я... чётенько. Я тоже поучаствую. Стоп, я не забрал. Забрал, все. Нет, я не. Все, я забрал свои монеты. ХП еще дали. Блять, давай. Последний остался. А. Так быстро, что ли? А, хорошо, как-то просто. 15 уровень. 15 уровень. Ну в баню, это их мужик. Да отстаньте, мужики, в бане. Я вас не люблю. Крепенькие они, сказать. Машинка там, наверное, в туалет ходила. Опа, перелетел. Гомощь эти вот этого грузовика, топлива, который везет, типа. Для воды. А, водовоз. А другой, наверное, вот этот красный везет лаву. Может, это лавовоз? Да. Водовоз. Водовоз, а лавовоз. И синий. Вот это раньше, я же первый казался, что это какой-то босс прям. Сложный? Да. А я не понял. Ну, помнишь, мы его не сразу убили. Я вообще тогда проиграл, а ты его добил там последний. А чё, у меня последнее было отделение прямо на малюсеньком. Я уже не помню, малюсенько или пацан. Я доехал. Я тоже доехал. Сейчас посмотрю, сколько у меня монет. Сейчас посмотрю. Монеты. Так мало идет. Было прям очень плохо. Но там у тебя тоже. 700. А что ты ничего не можешь такого? Ты бы мог огнемет прокачать, если ты с ним будешь играть. Качнуть бы еще, да, второй звезды у тебя на первую. Это нитро? Ну, какое-то нитро. Нет, не хватает тебе тут. А что, есть у меня? Тоже не хватает. Я буду копить, да. Хорошо, в X жми, поехали. Назад в X. Что-то обманули, я думал, босик будет. Ладно. Ладно, поехали назад. Шутка. У меня сегодня день шуток. Да, я думаю, когда мы из его замка выберемся. Это адский замок? Ну, вот какой-то промышленный адский. Папа, почему, угадай, почему я тебя быстрее еду? Ну, потому что у тебя, наверное, нитро. Нет, я не использую нитро. Так оно не в этом дело, ты же его понял, браво. Смотри, маленький бэйбик. Не знаю, бэйбик, не бэйбик, я знаю. Ого, бэйби! Самосвал, наша.
Ого, бэйби тут гоняет. Давай сразу гасить этих пылесосов. Пылесос. Они типа сосут воду. Да, по 4 пули сразу шмаляют. А это нехорошо, как вы понимаете. Бэйбиков гасить? Бэйбиков, да. Почему бэйбиков? Ну я не знаю, почему ты так назвал бэйбиков. Потому что они малые. Потому что они малые, да, я понял. Милые. Милые. Милые, не милые. О, водовоз. Ой, я врезался, извини. А он вообще сейф какой-то везет, награбленное добро, наверное. Наверное, воду. Я догоняю. Просто ты быстрее не... Стоп. Дай мне это. Это больше всех. Надо делить. Надо больше стрелять. Ехать? А-а-а. Туп. Пушка. Болтать меньше. Тише едешь, дальше будет, значит. Буду ехать тише. Вдвоем все очень вот. Неверно. Молчишь, дальше едешь. Я не удивлюсь, поэтому мозг будет сейчас падать. Он падает уже. Ну, я в день шуток все выгодно. Да. Я реально сказал это, что он будет падать. Ну, я сзади падаю. Ну, ты тут моста. Я разбился. Ты чекпоинт сейчас забрал? Да я держусь просто таким. Ты кто думаешь, что одни чекпоинты здесь? Да, как? Короче, ты перепрыгивай. Я перепрыгиваю. Я не буду прыгать через такую. Опа, перелетели. До чекпоинта надо доехать. Беги всякие зажечь. Ааа, чё себе пулин выбрасывал. Я не вожу. Бочки аккуратно. Да они не взрываются. Вот у чекпоинта. Мы-то играем уже как профи. Конечно, я профи. Ой, что там? Какой-то хрюшу переехали. Бэбик этот хрюша. Да, во-во-во, лава-воз. Меня развернуло. Как всегда уехал. Меня развернуло, я буду ехать сюда. А меня развернуло вообще. Сейчас, короче, воехал. Давай прыгать. Пап, мы разделенно едем. Я не хочу с этими бэйбиками. А я с ними не хочу. Я тоже. Ну, извини, но мне придется научиться. Я вот этого буду пылесоса робота бить. Угу, меня развернуло. Так, меня бьют. Если я один буду его гасить, это будет, конечно, очень долгий процесс. Учитывая то, что сам наехал на бочке. На! Ну, добивай! Шиповка моя добила. Его в последний момент, когда я ломался. Ох, ох! Похлопайте меня, я спас папу от громного. Чего ты там спас? От громного. Огромной пушки тоже. Да. Ага. У меня продублен. У меня в последний момент вот это упало просто. Да, да, да. Вот отвалилось реально голова. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да. Все. О, потихонечку идет. Нет, еще коплю. Вот, теперь можешь что-то качнуть наконец-то. Не, лучше огнемет. Ну, огнемет давай качну, просто мы же вдвоем будем жарить. Во. Фредди, слышал такой?
Я не очень пойму, какой... Вот босс будет, вот. Большой, думаю, да. Босс. Хорошо. Смотри, я еду как... Формула-1, прикинь. Давай, жарить босса вместе. Все, зажарили. Зажарили, да, быстро. Вот. А у меня как-то автоматически машина поворачивает. Да, это просто разработчик угол сделал. Круглый, поэтому тебя разворачивается. Ну, головы, есть такие игры, где в ребенках делают какие-то квадратные углы. Вдруг сейчас будут мужики в лодке. Скорее всего, и будут. Вот они. Ты же их ждал. Да. Вот, давай жарить. Только не в лодке. Ты как раз прокачался, поэтому процесс идет быстро. Давай разденемся. Почему я не хочу нянчиться с этим? Ничего себе ты мелкий. О, вот это слабый команд. О, какой змей горыныч. Вот он, сейф ворует. Да. Отдай сейф! Да. У меня машина садится. Да. Машина садится? Что, на батарейках у тебя? Давай, подыши, горы. Растопил пылесоса! Все. Все, растопил все. О, чуть не улетел. Все, горел. Хватит растапливать, впереди прыг для босса. Прыг это что? Меня бьют. Меня бэбики бьют. Ой! Поп, видел сейчас бак? Он, короче, вот так понесся на меня, типа него как будто перевернуло. Он все уже развалился. Нет у него. Ух! Да, получился. Ух. Поп, купи себе новое багги. Че? Да. У меня такая красивая уже есть. Давай, вернемся. Давай. До трех. До трех. Один. Ой. Один, два, три. Целая операция, кооперация была. Больше вот собирался. Прыгнул. Смотри. О, ну а, ну а. Все, у меня огонь зажжен. Еще и бочки даже кажешь. Извини. Да я-то че. А, не мне это не попали. Давай. Даже развалился, парнишка. Даже газ. Колеса проехал. Че, реально? Да вот так именно проехал. Ну там на трамплине вернулся. И проехал немножко наду. Догоняй его. Сколько раз? Меня быстрее машина. Пускай. Меня забирают скорость. А, когда я стреляю, помню, меня забирают скорость, да? Да, здесь, по-моему, так игра. Не давать, давай. Тебе это что, давать, у тебя жизнь полна. Тебе дать жизнь, на. Хорош, спасибо, давай, хватит. Так, только не надо мне тоже. Лазерный парень. Лазерные утюги. Бей. Рассыпался. О, разлетелись. Давай вот так жарить их одной общей струей. Ладно. Это сразу разлетается нам. Какой просто. О, опять этот, горка. Да, и опять твои мужики. Какие мужики? На кругах. Кругах уточных.
Вот они едут к ногу. О, нифига, они загорелись! Поп, видел, как они загорелись, когда они едут? Я не видел. Поп, ты видел сейчас? Вот так. Почти нет. Да, я видел только, что он без воды никогда не ездит. Че? Он там остался, да. Так, все, пропускаем, наверное, что в гараж-то заходить. Да нет, все равно денег. Да. А я берегу. Скоро босс будет. Тем более, надеюсь, скоро босс. Давай, вот так, и пошли. Нам кстати, увидел, что нам в начале игры дают 250 хп. Прикинь? Аккуратно. Хп, что-то... ХП нам просто восполняют, или у нас увеличивается ХП? Ну, просто кстати, заново тут... уровня, там вот это ставят ХП, чтобы, ну, ты сразу не сгорел. Ну, вот понятно, мне сейчас и другое, здесь жизнь качать можно. Вот, вот это. Ну да, давай, жарь его. Мы будем первые на ютубе, которые прошли. А какие? Десятые? А ну игра старенькая. Сто только. Сотые, да нет. Тысяч? Что сто тысяч? Вот это прошли которые. Да я ж откуда знаю. Какой вопрос? Почему сто тысяч? Я не думаю, что эта игра настолько она хоть и древняя, да, есть. О, меня развернуло в трамплине. Мы посмотрим, если что, зальем все, потому что уровни, скажем, чутка. Давай, давай, жги вот эти уровни. Окно, хоп! Один, второй, не подожди. Вот сейчас операция к операции. Поехали, давай. Странно, что так скорость упала, вроде бы ехали. А, может из-за стрельбы, да, скорость-то падает. Мне вот сейчас прямо упал. Жарь, вот большой бэбик, смотри какой. Папа бэбиков, по-моему, это. Все закосил, а папа нет, это папа вот этих вот, с пушками, только маленький. Еще громкоговоритель вот этот, который отбирает ХП или что? Скорость. А, скорость он отбирает. Еще секундочку. Да, длинный уровень, да. Я же говорил, когда говорил, что они немного однообразные, конечно. Поэтому всего прохождения на ютубе мы выложим полную, все уровни, да, которые проходим, да, с боссом. Смотри, сколько у тебя уже монет. О, 2400, еще чутка, давай жги. А у меня 651. А, ты же огнемет. Мне надо 2500. Я буду копить. Чтобы себе новый баги купить. Баги? Пароходчик баги. Хорошо. Не пароходчик. Она вроде дает защиту. Как понял, здесь машинки. Она вроде дает машин защиту. Ну больше железа. А, может. Да. Это возможно. Стоп, мне не дали. Все, поехали. Все равно тут. Да. Тут, по-моему, уже всем раздают эти знаки. О, нет, у меня отлично. Меньше. Я до босса успею еще качнуть свой этот. Что качать? Обменет? Обменет.
Жарю. Смотри, я занес. О, давай, у нас какой-то супер-пупер. Это вроде, ну, защита. А, это вот это, которое вот это, типа, вот это крутится у меня. Во, смотри. Что это крутится, какая-то не видно у нас. Во, смотри, но! Ну, было. Какое-то колесо дополнительно? Ну, походу, вот это сила, вот это плюс сила, которая вот это крутится у меня теперь. А, может быть, да, хп увеличивает. Урон. Убираешь урон. Да все, я могу дрифтить. Опа. Так, сейчас я куплю себе огнеметик. А я себе прокачу. И там будет босс у нас, да? Так. Стоп. Нет, еще один уровень. Так, еще один, да, хорошо. Так. Я тоже. Ну-ка. Нет. Нет. Че? А, да, да, да. Все. Можно? Я качнулся. Я тоже. А что ты, Вой? Ты что-то другое можешь себе качнуть. Защиту какую-нибудь. Дай посмотрим. Или баги ты ж хотел, чтобы появилось. У меня баги могу. Я теперь понтуюсь. Понтуюсь, и все, давай, икс, погнали. Последний уровень. Сейчас чего-нибудь защиту, может, все покачаем. Короче, все, давай. Поменял. Я уже поменял. А, ты следующий, говорит, думаешь, босс? Все, давай. Просто магнит. Что магнит? А здесь зачем у нас огнемет отвечает? Больше хп, урона. Да. А где интересно? А дальше? А. Походу да. А, я еду просто дальше. Да, я думаю, струя одна. А вот давай посмотрим. Стана есть? Ровно встанет. Вот как ноги. Ну давай. Встань. По-моему, да. Просто урон. Сеть это как раз пропуск. Мы его сейчас сожжем. Так, оп, и все. Нет бонуса. Я просто на краю перелетел уже. Тут сейчас хорошо, что тут нет какого-то чекпоинта или еще чего-то. Видел, как я угнал от него? А что я не успел? А, видимо, ты с лучшей скоростью зашел, а я пока огнеметом пользовался. Я не пользовался. Обороты, да, и он меня догнал и замолотил. А, я машину прокачал просто. Может какая-то скорость там? Смотри, давай померим скорость. Во, больше еду. Больше. Вот он, папка. Бэйби-ка. Ничего себе ты ему. Пендра не дал. Слышь, иди сюда. Давай, жарю. Я тебе побить. Но... Долго с ним возится. Не прикажу настрою, а по длине отнимается. Да тебе так кажется. Опять там хрюшку пробую. О, ты... Подожди, сейчас я поеду. Дай. Поехали. Мам, не забывай меня. А что не забывать? Нормально. Папа, ты помнишь, я когда типа ехал в конце, ну ты первый ехал, я вот это сказал, папа, не забывай меня что никогда. Ты что это сделала? Что это, прибавила тебе скорость? Нет. Я испугался слишком, что поехал. Да, я понял, что это ты крикнул напоследок. Слышь, иди сюда.
Ну, вся жизнь твоего баги, да, пробежала перед глазами. Да. Я понял, зачем ты так. Слушай, утюги. Утюги маленькие. Утючки. Утюжечки, да. Утюжки. Так, это будет правильно. Жарь. Пап, смотри, это большой человек. Человек, не видел там. Ого. Что-то у меня как большой там человек за окном стоит. Как будто там. Сейчас тебя обкоем будет. Когда мы перепрыгнем. Вот сейчас точно. Дайте хилку. Все, дали мне больше. Я вижу скорость, как у меня наверху едет, где твой персонаж показывает. Я, короче, увидел, как почему мы раздельно едем. Потому что я всегда еду там где-то отдельно, там больше хп. Ой, я тоже. Больше хп. Да, я смотрю. Я что-то смотрю. Я что вижу? Что-то разглядываешь, там модели машин, наверное, еще разглядываешь. Да, это походу BMW едет. BMW бэдики, давай. А большой, по-моему, это Mercedes. Mercedes бэдик. Или GTR Nissan. Хотя такая машина есть в реальной жизни. GTR. Кислотник. На, кислотник. На. Неужели утюга знакомая? О, баб, едь без меня, все. Пока. Я не против. Мешать не буду. Ты все равно много болтаешь и медленно едешь. Вернее, едешь ты быстро, слишком даже быстро. Это BMW ехал. Какой я крутой. BMW, да. С пушкой какой-то лазерной. Ну что тут, я могу качнуть перед боссом, если ты. Я могу тоже. Сказал, что там босс 552. Что я могу себе качнуть? Нет. Я все лишнее распродал. Это что? Верхнюю броню. Это давление. Вот я себе вот это качу. Нету. Ну я себе вот это. Ага, у тебя не хватает. Хоп. Сейчас что-то посмотрим. Можешь пулемет продать. Зачем он тебе? Ну да. Вот. И качнуть там, что ты хотел. Тут баги можно качать? Ну, баги. Я могу продать все остальное. Сейчас продам. Вот качни какие-нибудь катки себе, можешь, а там надо 2500, они же дорогие. А. Зачем ты взял другую? А, я могу продать вот эту. Ты просто можешь менять их. Не можешь ты мне продать. Мне дают деньги за это. Так, давай качай, во, отлично. Тройной уже все. Погнали, сейчас ты боковушками их зажаришь. Ну-ка, сейчас мы проверим, какая ты ванга. Босс тут считаешь, да? Да. А, уровень босса. Подсмотрел, наверное. Нет. Так, если сбить бочки, будет дело быстрее, да? Ну да, подъехали. Там будет вот эта стрелка показана, где TNT. Эти еще мелкие. Мы не успели. Да! Давай, гаси! Значит, там будет. О, да! Когда ты перебил тебя. Вот
да. На! О, давай, 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 давай. Что ты там одел? Сейчас, короче, буду бить его. Давай, взяли его сразу. Раз. Да что ж ты будешь делать? Что это было? Знали, что это было. Все. Да. Толкай. Да, я! На! Нет. Давай. Стой. Поехали. Да, ты вот там как бы как будто на отдаль, а я как будто здесь. Когда уже прям... Я нему подкину. Нет. Да, вот так не спеша едь, чтобы шипы не появлялись. Во! Пошел! Давай, 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 вот, вот, ну! Да! Красавчик! Ты его завалил, красава! То есть у него щит слетел, получается, осталось его только зажарить. А представь, если бы мой еще огнемет был бы, если бы ты до третьего докачался. Все, прошли второго босса, ушатали. Давай проверим, какая у нас будет карта.